Через несколько минут эту капсулу времени заложит фундамент новой общеобразовательной школы. Это станет настоящим подарком для жителей микрорайона Новая Медведково, в котором школьников с каждым годом становится все больше. Хочется пожелать друг другу удачи, потому что начало строительства каждого объекта – это волнительный момент. Мы его всегда с нетерпением ждем, потому что готовится проект, получаем разрешительную документацию. И вот сейчас уже практически финишная прямая. Нам нужно всем собраться и быстро построить качественную новую школу. 1 сентября 2024 года на этом месте уже должна будет пройти торжественная линейка. Новая школа рассчитана на 1735 учеников и претендует на звание одной из самых больших не только в Мытищах, но и в Московской области. При проектировании мы учли все современные технологии, все потребности, которые могут понадобиться детям, чтобы развиваться гармонично, чтобы развиваться весело, чтобы у них была счастливая школьная жизнь. В новой школе будет 4 спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. На территории планируют сделать площадки для спорта и отдыха. Одним словом, все, чтобы дети приходили в школу с удовольствием и учились на отличном, как это делают их предшественники. В этом году выпускники городского округа Мытищи написали письма, которые помещены вот в эту капсулу времени. Через 50 лет их ровесники смогут их прочесть. Письма в будущее для выпускников – это не просто символ, но и повод задуматься о планах на жизнь. Кроме того, они воспитывают в человеке ответственность за себя и за страну, считает выпускница Дарья Бороденкова. Мы уверены, что все эти пожелания в будущем исполнятся, а также спустя десятки лет наша страна будет только процветать, а наш любимый город станет еще краше. А новая большая школа станет не только гордостью городского округа, но и обеспечит рабочими местами 140 мытищинцев. Социальный объект возведут в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Застройщик – группа компаний «Инград», которая уже построила лингвистическую гимназию и 2 детских сада. В ближайших планах строительство еще одного детского сада для 260 воспитанников. Я очень рад, что здесь присутствуют и выпускники этого года, и представители начальной школы, и, конечно же, вы, уважаемые педагоги. Но и самые главные действующие лица – это, конечно же, родители, которые наблюдают из окон своих домов за тем, как строится новая школа. Родион Терещенко с дочерью Олесей радуется, что рядом с домом теперь будет новая школа, которой так не хватает сейчас. Сама я живу в этих домах на улице Астрахова, и мне приходится тратить много времени, чтобы добираться до школы. А если построится новая школа поблизости, это будет очень удобно. Кульминационным моментом торжества стала закладка капсулы времени, фундамент будущего здания. Вот так и... Опа! Ура! Молодец! Содержимое капсулы времени будет обнародовано через 30 лет, в 2052 году. Сбудутся ли мечты и надежды наших школьников, покажет время.